Привет, дорогие зрители! Сегодня будет очень крутой выпуск по Clash Royale, обязательно его досмотрите до конца. Значит, мы сегодня поиграем в глобале на 4000 кубков, мы сегодня откроем сундук абсолютного чемпиона, блин, посмотрим, что же там выпадет. И самое крутое, что сегодня будет, это, ребята, розыгрыш. А сегодня мы разыграем очень крутой аккаунт, на котором я, ребята, нахожусь. Но прежде, чем я сейчас вам все расскажу, все объясню и мы откроем сундук, я хочу сказать большое спасибо Вова. IOMix топ. Спасибо тебе большое. Благодаря тебе вообще организовывается этот конкурс. Я думаю, что вы тоже должны в комментариях написать хэштег Вова, спасибо за конкурс. Все, Вове я привет и спасибо передал. А теперь давайте поговорим про конкурс. Значит, смотрите, ребята, сегодня стартует очень крутой конкурс. Мы разыгрываем аккаунт, который почти 13 уровня. Честно, я подобных конкурсов никогда не делал. Такие аккаунты, они стоят очень-очень, ребята, недешево. Я их, ну, мы только продавали их и... Блин, они реально стоят очень серьезных денег. Но сегодня мы его разыграем бесплатно среди вас. И давайте я вам покажу прокачку этого аккаунта, покажу, на какой арене он был. И вообще, впрочем, расскажу, что нужно сделать, чтобы получить этот аккаунт. В общем, вот такая вот колода на этом аккаунте. Прокачана она полностью фул. Движемся дальше. Летучие мыши фул, три миньона фул. В общем, команки тут, варвары фул. Тут команки некоторые практически... они, по-моему, все доступны до максимального уровня. Рарки, ребята, рарки. Смотрите, фаербол почти 11 левела. Также здесь 9 рарки, 9 хок. Ну, рарки 9-10, то есть скоро будут 10. Тут осталось совсем чуть-чуть докачать. Эпики, это тоже жесть, просто я офигел, когда увидел 6 эпики. Ну, просто прокачать нужно 6. И, внимание, 7 голем. 7, мать его, голем. У меня на основном аккаунте вот только недавно голем стал 8. И я радовался, когда он был 7. 7 голем, ребята, вообще на халяву вам уйдет. Это, я очень впечатлен, потому что, еще раз, Вова, спасибо за то, что позволил нам сделать такой крутой конкурс. Леги, ребята, леги 3 уровня. Да, блин, этот аккаунт стоит действительно очень хороших денег. Его можно за хорошую сумму продать, но мы его разыграем среди вас бесплатно. И помимо этого, я сейчас еще задоначу сюда денег. 100 тысяч золота получим мы. Плюс одну легу, 50 эпиков и 250 рарок. Пацаны, ну, я думаю, что приз достойный. И теперь давайте выслушайте правила этого конкурса. Правила будут достаточно просты. У вас займет максимум это все полминуты выполнить все условия и ждать результаты конкурса. Значит, первое, что вам нужно, естественно, самое главное, подписаться на мой канал, это естественно. Поставить лайк и нажать на колокольчик, это второе условие. Третье условие, ребята, подписаться на спонсора. На спонсора подписаться и там тоже жмякнуть на колокольчик. Четвертое условие, подписаться на мой инстаграм. Если у вас инстаграма нету, подпишитесь на паблик. Тоже ссылки будут все в описании, то есть вы продублированные, можете по порядку подписываться. И последнее условие, все очень легко, просто репостнуть это видео к себе на стену с ВК. Я оставлю все ссылочки в описании на мой канал, на канал спонсора, на инстаграм, на группу и на сам пост. Вы просто перейдете по ссылке, нажмете поделиться с друзьями, добавите к себе на стену этот видос и ждете результаты конкурса. Результаты конкурса теперь когда будут? Значит, ребят, смотрите, я хочу... разыграть аккаунт этот приблизительно 15 числа. Я пока в датах реально очень... ну, сейчас могут меняться планы у меня. Я буду приблизительно 15 числа дома, и я смогу подвести итоги и вручить победителю приз. Поэтому давайте так. Итоги конкурса будут 15 января. Я думаю, что где-то около 18:00 по МСК. Но могут быть непредвиденные ситуации. Я могу приехать на день позже, поэтому, ну, могу задержаться буквально на один день. Я думаю, что это не критично. Вот, поэтому конкурс будет длиться всего лишь 10 дней. Я думаю, что это небольшой промежуток. Все, что вам нужно сделать, это просто подписаться на то, что в описании, репостнуть и все, и поставить лайк на этот ролик. И вы получаете бесплатно аккаунт. Честно, вот мне все равно, что вы будете с ним делать. Продадите его, играть на нем. Это уже ваше, как бы, решение. И... то есть, чему вам угодно душа, да? То есть, мы когда ульта разыгрывали, мне немножко было его жалко, да? Чтобы его кто-то продавал, хотя он намного хуже этого аккаунта. Просто я туда вложил частичку себя, я вложил туда много денег и сил. Этот аккаунт достался мне практически, ну, я его не прокачивал сам. То есть, можно сказать, я его получил проще, чем ульта выкачал, да? Поэтому мне все равно, что вы с ним сделаете. Ну, то, что он достанется кому-то из вас, это факт. Ну что, а предлагаю теперь перейти к открытию сундучка. Я сейчас задоначу, мне не
не жалко для победителя. То есть вы знаете, что я стараюсь как можно больше плюшек в конкурс закинуть. Да, не будет больше там никаких сундуков, мы разыгрывать не будем, но это будет в следующих конкурсах, обязательно подписывайтесь и ждите. Я думаю, что все понятно, все, что нужно выполнить, условия будут в описании, результаты 15 числа, максимум может быть 16-го. Следите за моим, короче, инстаграмом, либо за группой, я буду информировать, когда конкурс, потому что, ну, могут быть какие-то непредвиденные ситуации, там, я не знаю, где-то задержусь или еще что-то. Все, ребята, дерзайте, удачи всем в конкурсе. Ну что, а мы теперь давайте откроем сундучок. Он тут в гривнах у меня валюта, потому что я с Украины. Ну что, я доначу, поехали. И вот такая вот у меня, ребятки, ситуёвина. Ошибка, не удалось выполнить транзакцию. И что теперь делать? Неприятная ситуация, соглашусь. Ребята, он просто-напросто не донатится. Я знаю выход из положения, то есть, смотрите, я могу сейчас задонатить с другого аккаунта, но я не смогу записать это на видео, вот, ну, возможно, там отрывок какой-то, он будет плохого качества, либо скринами сделать, что выпало с него, это, конечно, не так. Не такое крутое ощущение, как это на видос, но я не знаю, почему ошибку выдает. Вот иногда донатит нормально, иногда выдает ошибку. Но я задонатить мне не жалко, я задоначу, и я думаю, что уж лучше так скринами вам показать, что выпадет с этого сундука, нежели вообще не донатить. В общем, я честно не ожидал, я до этого не подготовился, вот только сейчас увидел ошибку. Давайте еще раз попробуем, ну мало ли. Итак, нажимаю купить и... Пожалуйста, ну пожалуйста, купись, но я прошу тебя... Ну, давай, давай. Вот, кстати, сейчас долго грузит, может, сейчас повезет. Не удалось. Ну, что это? Ну, камон. Итак, ребята, я потратил около 40 минут, просил одного знакомого, другого, пытался привязать карту на аккаунт, пытался отвязать, пытался другим способом, и так, и сяк, и что я только не делал, она просто не донатится. Меня просто реально бомбит от того, что... Как так? Я хочу задонатить в игру Supercell вам деньги, и не могу этого сделать просто элементарно. Почему ошибка? Ну, это, конечно, не от Supercell зависит, это что-то с Гуглом не то. Я не знаю, я до этого донатил, все было хорошо. Ну, а вот спецпакет никто не может задонатить. Ребят, честное слово, очень хочу его закинуть, очень хочу открыть на видео. Но не получается, уже 40 минут потратил, но мне надо это видео доделать до конца. Поэтому, ну вот, придется без него, значит. Ну, блин. Честно, я бы с радостью закинул, но не получается, ничего не могу сделать. Честное слово, на ваших же экранах донатил, ошибка транзакции и пипец. Ну, кстати, после того, как выйдет ролик, возможно, кто-то мне в комментариях поможет, объяснит, в чем проблема, почему эта ошибка выходит, и исправлю эту ошибку, то я запишу еще маленькое отдельное видео, где, ну, конечно, через 6 часов кончается акция, но видос выйдет где-то через час, и вот если мне объяснят, почему эта ошибка вылетает и как ее исправить, то я маленький кусочек видео, как открывает этот сундук, все равно запишу. То есть мне не жалко, просто я не знаю, как решить эту проблему. Вот, предлагаю теперь сходить в одну онлайн-атаку. Конечно, можно составить любую абсолютно колоду. Тут карты позволяют, вообще это жесть. Прокачка очень крутая. Но я сыграю с этой декой, которая уже составлена здесь. 3-0 эликсира. Давайте откроем вот эти сундучки. Тут 100% есть лего, конечно же, естественно. Ну, это сарказм, пацаны, я думаю, вы понимаете. И поехали в бой. Одну каточку сыграем. Я посмотрю, на что способен Коргик. Вообще, я давно с ним не играл. Ну и на этом буду выпуск завершать. Возможно, кто-то побанет. Ты чё кликбейтишь? На превью одни карты, а в видосе другие. Ребят, честно, изначально планировался ролик называться «Открываем сундук абсолютного чемпиона». Ну, потом, как вот я уже узнал, что, блин, я его не смогу задонатить, я решил назвать, что совершенно фуловый акт практически, да, топ-аккаунт, не так, топ-аккаунт, совершенно бесплатно. Вот, ну, я думаю, вы сильно не расстроитесь. Так, что это вот у нас? Это у нас что, мета... А, понял, Меганайт, да? Окей, рыцарь сюда. Конечно, чуть-чуть неправильно рыцаря выбрасываю, но я специально так, чтобы сначала закайтить... Мега рыцаря, после чего отвлечь пламенного дракона. Так, тут у нас пойдут лучницы. В принципе, мы задефались вроде как, да? Да, вроде все хорошо. Интересный зап был со стороны противника. Он рассчитывал на то, что летучие мыши и вышка не уничтожат летучих мышей, да, и он нанесет урон нам по башне. Но нет, конечно же нет. Так, я понял. Значит, что мы делаем?
Я думаю, что можно атаковать Мартирой. У него вроде бы большинство карт воздух. Мега-рыцарь есть, конечно, но, блин, мега-рыцаря мы вот так вот рыцарем отвлекаем спокойненько и спокойненько дамажим, да? Вот здесь гоблинов аккуратно, хотя не попадают под руки-базуки, да? Один гоблин попал под руки-базуки, но это ничего страшного. Здесь у нас ледяной дух. Смотрите, Мартира полностью стоит и нагло дамажит вышку. Это, конечно, прикольно. Так, смотрите, сейчас мы будем использовать зап. И, естественно, так, чтобы попасть по всем юнитам. 1100 хп осталось, вау! А когда он успел так много снести здоровья? Переходим на правую башню, извиняюсь. Готовим здесь рыцаря. Отлично. Он не успел выбросить своих стражей. Так, тут у нас Чикс, вот так, хорошо. Так, нам надо не забыть добить еще левую башню, потому что левую башню еще надо добить. Так, хорошо, лучницы справляются отлично. 800 хп остается на нашей левой башне. Я думаю, что он шахтером, у него должен быть какой-то спелл, да? Я думаю, что он все равно добьет его. Так, ну давайте рыцаря выбросим. Выбросим рыцаря. Не, все-таки, скорее всего... Не, вышку не должен потерять. Почему? 600 хп осталось, и он шахтера только что слил. А чем он собирается забирать мою башню? То есть, ну, я не понимаю. Так, давайте. Осталось 12 секунд. Хотя, в принципе, можно забить пока на деф. Готовим зап. Готовим зап. Отлично. Так, ну, стрелы я не буду выбрасывать. 2 секунды. Да, в принципе, даже если бы он и забрал вышку, я все равно бы коргигом бы правую башню добил. Плюс 29 кубков. Пацаны, я этот аккаунт могу забустить на 5, я не знаю, 5200. Ну, на 5500 это уже надо заказать буст, конечно. Но... Возможно, даже победителю в качестве компенсации, вот я не задоначу абсолютного чемпиона, в качестве компенсации, ну, блин, доведу этот аккаунт, может, до каких-то кубков. Хотя я считаю, что это и так слишком жирный аккаунт, чтобы его отдавать бесплатно, поэтому еще какие-то прилагающие к нему плюшки, я думаю, и так излишние. Все, ребята, я вам все сообщил, что хотел сказать. Конкурс будет длиться всего лишь 10 дней. Подписка на канал, лайк плюс колокольчик, подписка на инстаграме, на группу, это удвоит ваши шансы, если вы подпишетесь и туда, потому что рандом я буду через бота выбирать, и бот будет все галочки проверять, у кого больше галочек, тот и победит, да? Вот. И на спонсора, конечно же, подписывайтесь. Все ссылки в описании. Ждите итогов конкурса. Подписывайтесь на канал, следите за пабликами и инстаграмом. Я буду информировать про результаты. Всем спасибо за просмотр. Желаю всем удачи вам в конкурсе. До новых встреч. Всем, пацаны, пока!